Взяла белильца, сделала сметанный замес, взяла розовенький. И полностью сейчас избавишься вот этим розовым цветом от белого холста. Полностью штриховательно. Количество краски, которое ты должна набрать, такое, чтобы мастихину было что придавить. Если есть что придавить, значит, ты правильно сделала. Полностью избавиться. Потом ты возьмешь голубой и голубым начнешь вот так вписываться в эту среду. Прямо вот такими, смотри, по шерсти и против шерсти. Вот такими действиями. Но это чуть потом, после того, как ты небо упакуешь до вот такого состояния. Хорошо? Все закрасить розовым, небо упаковать. Место, где небо, упаковать. Помнишь? А ты уже нарушила дисциплину. Значит, теперь вот сюда положить голубой. А розовый, если ты помнишь, мы должны были с тобой раздавить. С тем, чтобы увидеть, что количество краски у нас нормальное. Переувлажнило, а вещества не хватает. Смотри, влаги много, а вещества краски не хватает. Значит, без разжижения вогнать туда то же самое, но чтобы более вязко было, чтобы было что раздавить и не сопливое, а чтобы оно хорошо все-таки, вот как здесь, чтобы оно укладывалось. Смотри, вот как здесь, чтобы укладывалось. Но тоже, видишь, вещества не хватает, маловато. Хватает его тогда, когда оно, смотри, немножко на краях собирается. Когда оно немножко на краях, но здесь просто слишком мокро. Значит, возьмешь другую кисть и сделаешь, и больше не торопись. То, как ты умеешь, ты и дома можешь делать. А сейчас постараемся выполнить задачу. Готово, да? Значит, возьмешь сначала большой мастихин, возьмешь голубой розовый, будет такой чернявый цвет. Здесь у нас чернявый цвет и поднятость волны. Здесь у нас чернявый цвет и поднятость волны. Вот она, поднятость, вертикальность. В промежутках у нас тоже с сиреневизной. Сиреневизной. Вот это лежачая среда. Лежачая среда. Колебаний лодочного характера. Вот такие лодочные. Лодочные. Логично? Пеночки, которые у нас там-сям, ты будешь брать белильца, синильца, не голубой уже, а ультрамарин, да, ультрамарин будешь брать и укладывать вот так раздавливательно, и будет создаваться эффект падающей пены. Сейчас бирюзового чуть-чуть. Если эта волна вот так поднимается, то в этом месте она падает вниз. Колесиком вот таким. Колесиком. Покажешь идею падающего колесика. Положишь и раздавишь колесиком вот таким. То есть мера краски, ты видишь, я меру не соблю, и она не захотела как надо укладываться. То есть такую небольшую меру и раздавишь. А вот эта мера хорошо укладывается. И вот она. Ее перекрывает вот эта падающая волна, пена, перекрывает чуть-чуть.
вместе начинают звучать как... Как... Вот эта идея и должна быть. Здесь тоже пеночку. И тоже чуть-чуть ее толкнешь вниз. Толкнешь. Здесь она только начинает свое движение вниз. Здесь они соединились. И сверху вниз, и снизу вверх толкнешь. По макушке этой пены, этой волны, этой пены, беленькие, розоватенькие, поскольку закат розовый, розоватенькие звучания света. Здесь они тоже мигают. И все лодочного характера. Лодочного. Согласна? Давай, все это потихонечку начинай ощупывать. Погорячилась ты чуть-чуть. Так. Не очень вижу. Не очень вижу лежачие плоскости. Я зритель имею в виду. Не вижу. Все-таки лодочный характер укладки лежачих плоскостей должен произойти. Лодочный характер. Смотри, лодочка должен произойти. Причем розовинка, которая дает свои рефлексы на это, тоже должна произойти. За этой волной еще одна живет волна. Но тоже перед ней сначала лежачая плоскость. За вот этой волной тоже лежачая плоскость. И только потом еще одна волна. Узенькая, деликатненькая, уже за этой волной. И уже по ее макушкам последние вот эти светлые ударчики. Светлых ударчиков не видно, которые создают, собственно, ясность освещенности. Ясность освещенности создают. Ты видишь, какая сразу ясность конструкции. Сначала крупным мастихином, потом мелким, посоздавать идею этих лодочных колебаний. Здесь тоже еще один подъемчик волны. Вот эти подъемы очень темны. Дать им темноту в полную меру. Причем теневые партии недолюбливают густую краску. И мы эту краску раздавливаем, не создаем ее фактурной. Разбиваем фактуру. Да? Понятно, о чем речь? Вот такая чернота, синий-розовый. Можно плюс коричневизну. Вот она, чернота. Поскольку это вечернее состояние, свет оттуда, контражур света, то создается вот это чернявое состояние теней. Не боимся его, а укладываем в полную меру. Вот это не вертикаль, а вот такое
падательное состояние. Хорошо? Падательное. Падательное. Чуть вбок смотрит. Согласны? Вот оно. Чуть вбок. Пеночка. Раздавленная краска. Вот по такой траектории малую меру. Ну-ка покажи при мне эту меру. Угу. Не, так ты долго будешь. Вот у тебя все уже есть, положи. Все ясно. Смотри еще раз. Вот оно. Вот оно. Кардиограммочка такая. Ну-ка положи это вещество. Почему в эту сторону? Ты же видела, что я начал движение в эту сторону. К себе легче, чем от себя. Остановись. Раздавливаем. Раздавливаем. И подпрыгиваем. Подпрыгиваем и раздавливаем. Хорошо? Ну, замешаешь нужный цвет и деликатненько. Нет, ты сначала вытришь в тряпку это. Лодочные от тебя жду. Темноты от тебя жду. А своеволие не жду, ладно? Покажи, как ты делала вот это. Может, другими стихиями? Этим тяжело. Я понял. Ты положила вещество и его растаптывала, растаптывала, растаптывала до этой елочки. Там нужно по другой схеме. Там нужно с веществом приходить и укладывать вещество. Вещество. Ты видишь? Вещество. Не елочку из него делать вот такую, а укладывать. А укладывать вещество. Каждое твое прикосновение должно быть с укладкой вещества. Вот оно. Вот оно. Поняла? То есть не массаж этого места. Что-то, смотрите, да? Ха-ха, видишь, как попал. Даже девушки вот засмеялись. Когда было на курсах тайской кухни, вот они кладут курицу на сковородку и массируем ее, массируем. Смотри, я всюду докладываю вещество. Это раз. Вот эта глухота должна чуть растворяться вот в этом пространстве. Чуть растворяться. И должна быть пустой. Она слишком кудрявая. Она должна быть пустой. А вот кудрявыми становятся световые. Те, которые сверху наваливаются на эту мглу, они кудрявятся. Поэтому темнота, расштрихованная темнота до глухости пятна. Адаптация в лежачую плоскость. И уже сверху на это приходят вот эти настроения. Не вижу вот этого. Не вижу вот этого.
раздавленного вот этого. Все-таки надо это доопробовать. Не вижу внятности полосаточек. У этого пятна. Смотри, прямо внятный бугор, полосатится, смуглеет к углу. Ты видишь, да, вот прямо валится. Его пересекает. Вот это надо и то, и другое освоить, ощупать обязательно. Даже вот такая раздавленность, даже она. То есть не все делаем только вот этими. Этого мало, очень мало. Нужны всякие хитрости укладки. Щупаем эти хитрости. Если что, темноту нагнала. Хорошо? Подрезочки. Темного есть, аж вот такие темноты есть. И пальчичком тоже можно чуть-чуть подыграть. Звучит? Вот эта щель между валиком и плоскостью. А дальше снова пошло. Ты видишь, я и руку задействовал, и мастихин так, и мастихин сяк. И дальше опять вот эти пенные ковры. Появляется логика пятна. Значит, кроме вот этих звуков, изобрести еще что-нибудь. Давай.